Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game. У меня тут через час планируется стрим по Jurassic World Evolution. Короче, и сейчас захожу, смотрю, у нас тут появилась возможность, ребятки, сделать вот это. Та-дам! Невероятный дунклеозавр. Смотрите, это бронированный мазозавр получается. И мы незамедлительно идем к его созданию. Так, эта серика выйдет у нас, получается, завтра. То бишь в среду. Вот наш мозик. Такой вот у нас красавчик. Давайте запомним, у него 3000 на 1000 сейчас. И давайте сделаем же гибрида. Блин, надо было, наверное, стримить вот это все дело. Ну ладно, раз так уж получилось, попробуем Jurassic World Evolution постримить. Ну, я ж нажал. А, блин, слияние, хуй, чуть-чуть не то. 500! Че, с ума посходили? Ничего себе, видели? 500 генов требовали, гаденыши-то. Ну ладно, давайте поместим, что поделаешь. Так, и вот такой вот у нас, ребятки... О, прорисовались текстурки. Стало прикольно. Но он пузатый какой-то стал, некрасиво. Ну, надеюсь, там на более высоких уровнях будет повеселей. Так, 1200 на 649. Вот такие вот у нас показатели. А ну-ка, давайте посмотрим. На... О, он кушает так же само акулку. Это было прикольно. Ху, круто. Стоит он... Ого-го. 61 500. Ну, что делать? Давайте одного возьмем. Так, вот наш такой второй будет. Дунклеостей. Ладно. Давайте кормим первого. Сразу кормим второго. И по традиции идем сражаться. Так. Давайте сразу откормим второго. Вот такие вот дела. Так, ну что, запоминаем, 970, ну косарь, косарик, да? Это как и было у мазозавра, только жизни теперь у нас на 1200 меньше. Ладно, хорошо. Хорошо, кстати. А где у нас тут нужно сражаться водами? У нас, по-моему, есть даже битва. А, закончилась, черт подери. Закончилась. Или нет, вот она. Не, было. То есть закончился турнир, здесь был, были водные, короче. Ну, а теперь остались одни наземные. Ну ладно, не беда. Мы, значит, что сделаем? Мы пойдем просто на арену. Так, свирепость. Не надо нам эта свирепость. Ну, хотя ладно. Хотя ладно. Так, давайте мозик. Вот так вот пойдем, да? Посмотрим. Ну, такое каменное существо. Кого нам не напоминает, ребята? На кого похоже? Это такой каменный. Нет, дальше так сходу не придумаю. Так, не обратил внимания, поскольку там наш противник где-то 500-500, по-моему, первый, да? Кроник там бьет больно, а эти ребята бьют так себе. 900. Можно атаковать. Это круто. Два-два-два. Так, он подменится. А, ну так нам очень повезло, у нас какие-то противник слабый. Мы один удар по-любому выдержим. Так. Неужто ли пробьем?
Virtuhai прошел мимо. Так, опять же, это ни о чем, но у него один балл остался, да, как мы помним. Ладно. Принесем первого дунклиозавра в бой. Мазастей, вот так вот должны были тебя назвать. Мазастей. Я протестую против дунклиозавра. Звучит неплохо, но неправильно. Так, теперь Кроник. 5-5-5. Атака всего лишь на 3. Раз, два, три. Поставил всего лишь один. Вот один бальчик его прилетел. Ну давай, давай. В принципе, я хотел бы накопить побольше баллов, но я согласен. 7 баллов это позволит нам увидеть уже суперочку. Семь. Давайте атака на все 7. Ну, анимашка, как вы поняли, такая же, как и у Мазозавра. Ну, мне интересно, конечно, каким он будет на более высоких уровнях. Это мы увидим чуть попозже. Крутись, крутись, крутись. Отлично. Что ж, незамедлительно идем, делаем своего нового дунклиозавра. Не, не туда. Не туда. Так, 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 вот. Вот, кстати, наш дунки. Тоже нужно будет прокачать. Обратно 40-го вернуть. Ну, давайте сразу в сливание. 140 на 120. И да, придется еще разок другой потратиться. Ура! Прокачался наконец-то он полностью. Так, ну что, появилась немножко раскрасочка. Как-то стало... О, текстурки появились. Стал более отчетливо отделяться. Верхняя панцирная часть от нижнего мягкого брюха. Вот такой вот шикарный скриншотик у нас получился. Ну что ж. Время покормить... Давайте на 19 уровень. Какой красавчик. Вот так. Теперь у нас 2400 на 1261. Но я бы не сказал, что он так супер как-то сильно подрос по своим показателям. Было 1000, но такое. То есть у него будет где-то до 4 тысячи, да? 4000 на 2000 примерно. Кстати, давайте же прочитаем, что нам известно. Дунклиозавр немного смахивает на рыбу из-за ДНК ящерицы. Это что такое? Как это понять? Это что за чушь? Он похож на рыбу, потому что он ящерица, которая досталась ему от предка мозазавра. Я бы сказал, он не сильно похож на рыбу. Ну, как-то, короче, какая-то ерунда написана. Где же он тут похож на рыбу? Я понимаю, что, типа, у него есть ДНК. Тут как-то надо в обратном было порядке. Дунклиозавр имеет некоторые черты рыбы, потому что у него есть ДНК этого, блин,
Дункиостея, а они написали, он немного похож на рыбу, на ящерицу, потому что есть мозазавр. Он в принципе мозазавр, он не рыба, он мозазавр и чуточку похож на рыбку. Но не из-за ДНК ящерицы, а из-за ДНК Дункиостея. Короче, вы поняли. Так, как и мозазавр, дункиозавр дышит воздухом и должен выныривать на поверхность, чтобы не задохнуться. Кстати, но это позволяет ему расти до больших размеров, потому что рыба ограничена жабрами. А он нет. Он может расти большим-большим. Так, ну что, давайте пойдем. Пойдем, найдем себе еще очередную жертву. Так. Давайте все-таки как-то по атаке сортанем. Ух ты! Это наш самый сильный демагер получается. Да, он уже будет самым сильным. То есть до двушки он дотянет силу удара. А жизни у него будет вот где-то за... Ну, 5 не будет, будет 4. Так. Итак. Кого же мы сейчас возьмем в команду? Хайнозавр пойдет первым. Потом пойдет рыбешка. Давайте Артакантуса возьмем и Мозика. Ну, как-то так. Ну, как раз Дункиостей, Мегалодон и... кто там? Стиксы? Стикси был. Так. Незамедлительно. И что он сделал? Короче, подбор на этой арене работает очень плохо. То есть с водными баланса нет. Смотрите, мне какой-то слабый противник попался. Очень слабый. То есть у него только легендарные, и то не полностью прокачанные. Как бы тут ему ловить-то нечего. Ладно, давайте поиграемся с ним. Я уже мог его только что убить. У него один щит, я мог на 3 проатаковать, и все, и хана. Давайте выпускаем Мозика. Раз, два, раз. Ну, мозазавр у нас сейчас тут как раз. Ух ты, подождите, у него передние зубы были вот такие вот костяные, да? Я только что заметил, когда он открывал рот, вот такие зубы, как у Дункиостея. А ну-ка, покажись, я как-то не обратил внимания. Да, вот у него передние зубы там... Как бы резцы передние, да? У него вот такие вот. Ну что, хана тебе. Давайте попытаемся как-то это разглядеть. А ну-ка. Да-да-да-да, вот боковые. Вот, то есть первых парочку боковых, типа иглы, у него такие вот сплошной ряд идет, видите? Нераздельные зубы, прикольно. Это он взял от Дункиостея. Плюс броня. Явно в скорости потерял, но... Стал более крепким. Но хотя у него пузо открыто, его мегалодон туда может укусить. 500 баксов, ребята. Ю-ху-ху. И бутылка рома. Это круто. 500 баксов, это вообще шикарно. Так, ну-ка давайте мы сюда зайдем. И раз мы выиграли 500 баксов, давайте мы еще раз возьмем. Возьмем нашего Диноса. Так. Если взять двух пещерных... тут надо брать двух рифовых, да? Беру рифовый, если там будет пещерный, то у меня будет такой вот, вот так вот. Блин, это протостега просто дичь. Что ты там делаешь, ответь мне. Так, вот тебя возьмем. И тебя. Так, сколько там по времечко? Так, стрим через 40 минут. Отлично. Давайте проатакуем.
Так, ну что, подменяйся давай. Ну, ему подменяться особо не на кого. У него команда обратная к моей. У меня, то есть, преимущество. У меня два рифовых, которые сильные против двух его поверхностных. А у него всего лишь один сильный против моего. Вот и нету его. И теперь бедный плезиозавр будет, не знаю, как пыжиться, тужиться. Кайвекия тоже не поможет. Так, ну мы сейчас накопим баллов побольше. Подождем его. И будем тащить дунклеозавра. Ну давай уже, давай атакуй. Молодец. Теперь ты полностью в наших руках. Ну как видите, противники только обычные динозавры попадаются. Ну вот Кайвекия тут, ну она тоже обычная, то есть против вот таких вот каких-то виповских или какие они там супер редких, что-то на арене их вообще не видать. Давай зубки. Дунки-зубки. Как это, мегалодон, а у нас дункадон. Зуб дункиостея в переводе. Кстати, да, дункадон. Вполне себе. Тоже название для него. Молодец. Просто супер. Так, ну что, ребятки, в общем-то, вот такие вот дела. Сейчас нужно мне как-то активно там попродавать динозавров, которые у меня есть уже приготовлены там несколько десятков динозавров на продажу. Нужно будет подзаработать генов как раз. И будем дальше его прокачивать. Кстати, мяса у нас еще довольно хватает. Я думал, что у нас раньше закончится мясо. В общем-то, такие вот дела, ребятки. Так что всем спасибо за просмотр и до скорых встреч через часок на стримчике. Ну, вы уже его должны были видеть. Всем пока.